Не провоцируй! Полиция! Он преступник! Вы зачем пенсионер ударили? Полиция! Не трогайте, она специально это делает! Не трогайте! Молодцы! Давай! Николай, протокольчик, да, у вас? Да, да, политический. Не постановление, нет? А чем зафиксировано? Визуально, да? Да, визуально. Нет, постановление точно не написано. Я сказал, что не согласен, потому что Поэтому протокол. Я же сказал, сразу все напечатать. Да, вот так. Будьте любезны. То есть он сначала вынес протокол, а потом на месте вынес постановление. Хотя ты против. Ты не согласен. Понятно все. Инспектор не сообщил, вот здесь написано. Это что значит? О месте рассмотрения не сообщил тебе. Нет, я просто не понимаю, в чем смысл этого предложения. Ну, инспектор не сообщил. Рассмотрен на месте, инспектор не сообщил. О том, что рассмотрен, не сообщил. Нет, там написано, рассмотрен на месте. И не сообщил. Что не сообщил-то? Я не знаю, что не сообщил. Что рассмотрен, не сообщил. Ты же не знал, что он рассмотрел уже? Или знал? Не знал. Так. Инспектор не сообщил непонятно что. О том, что он рассмотрен на месте, не сообщил. Ничего непонятно. Может сделать нет, подпись? Нет, я же сказал, что ему постановление протокол вставляет этот человек. Как не сообщил? Ну, написано, не сообщил. Написано, не сообщил. Что не сообщил, не сообщается. Ну, ладно. Все равно пойдем, жалко, да, вроде. Действительно. Это точно. Ну, говоришь, со слов водителя? Со слов водителя. Какого водителя здесь объяснение лица? Зачем ты опять помогаешь сотруднику? Напиши свое объяснение, поставь подпись и все. Нет, подожди, я же не водитель. Какие? Какая разница? Зачем ты помогаешь там сотруднику? Там планшет так распечатывает. Не моя вина. Да. А. Планшет на меня составляет протокол, не вы. Ну нет, ладно. Двор. Вот это наш двор. Приехали, блядь, какие-то неизвестно что за люди. И вот огородили его. Сломали детскую площадку, сломали спортивную площадку. И мы стоим, понимаешь, они-то за деньги работают. А мы-то, вот ты понимаешь, вот я уже сколько здесь дежурю? 5 месяцев. Круглосуточно дежурю, чтобы эти козлы не могли здесь ничего сделать. Да, ну, мы защищаем уже наши вот уберите, вы нарушать право не боитесь, понимаете? Отдать свои документы и заплатить штраф. Боитесь? Я боюсь. Да, а почему вы не дали свои документы? Только по закону. А почему вы не дали вот свои документы? Только по закону. Да вы нарушаете, вы против закона идете. По закону. Возьмите, вы против закона возьмите идете. Возьмите у меня документы по закону. Вы? И я не против. Вы нарушаете закон. Нет. Но не хотите за это заплатить? Хочу. Почему? Не хотите? Хочу. А почему вы не отдаете, говорите, что вот моя машина, я стою противодействую въезду. По закону. Подождите, это факт. Я стою противодействию заезду транспорта. Отдайте. Свои документы. Я же не буду на себя наговаривать. Зачем? Такие вещи ты говоришь. Зачем? Что, зачем? Вы оплачиваете штрафы, стоите? Зотова, я не хочу на себя наговаривать. Площадка для дебатов на пешеходном переходе. Да. Точно. Зотова, вот, идите на переход. Уходите отсюда. А лучше по домам. Спасибо. Вот здесь вы можете друг с другом беседовать. Отлично. Можно попросить вас проверить документы на карновщика, на груз? Да. После того, как вы составите постановление на орла... И на... Зотова, уходите отсюда. Да, мы здесь. Зотова, уходите отсюда. Мы здесь, да. Не слышали? Да. Зотова, уходите отсюда. На проезжую часть вам вход запрещен. Не лень. Зотова, уходите отсюда. Зотова, уходите отсюда. Слушайте, вот уходите отсюда. Близко это вы к нам пришли. Вы к нам во двор пришли. Это слишком близко. Уходите, тогда уходите. Я никого не боюсь. Кто же там назвал?
А вы не заинтересованы лица с этой стройки? А вы видео можете спросить, смотрели цепные псы движения канала? Документ проверить. Про цепь. Он сидит там и смеется. Может, вам бумажку дать маленькую? Проверить. Пожалуйста, без вас. Ваши личные данные. Там на груз это не личные данные. Орел. Ну, проверьте. Смотрели, говорит, цепные псы. Смотрели. А лайк. Смотрели цепные псы, говорит. А лайк или дизлайк поставили? Ваши бумаги. Свои личные нагрузки. Загруз? Да. Снимайте документы. Нет, документы там нет. Отдадите, не скучайте. Документ на груз. Персональные данные. Это накладная? Это ТТН-ка? Какая прикольная. Он сам ее выписал? Пока сидел здесь. Чтобы у меня данные все были. И, конечно, отдам. Смотри, сотрудник полиции не боялся проверить документы, а сотрудники ГИБДД пугались. Они на черномазе ходили за 2 метра. Быстрее грановщика. Наша полиция сама... Так, не мешайте исполнять свои служебные обязанности. Нет, мы-то всегда пропагандируем положительный образ российского полицейского. Сотрудники хотя бы работают, остальные вообще не реагируют. Что вы там? Бросил машину и все, что это такое? И нормально, да? Да, и нормально. Перегородил тут вон. А может он там уже? Динамит какой-нибудь возит? В смысле? Документы ваши. Пусть говорит, приедут, посмотрим, нормально так. Наши требования, чтобы водитель отогнал машину. Какой водитель? Лазовский Владимир Александрович. Конкретно. Конкретно. Ну просто я тоже водителя не наблюдаю. Показать да. Лазовский Владимир Александрович, он стоит, видимо, там. Сейчас ГИБДД приедет сюда. Просто я не понимаю смысл наряда полиции. Наряд там. Полиции, потому что жители хулиганят, и поэтому не наряд дают проехать транспорт. Воронные. Я прошу отогнать эти две машины. Прошу, она говорит, я приказываю. Приказываю сотруднику полиции. Не надо. Не поясничайте, пожалуйста. Вот эти, чтобы две машины отогнали. Чтобы наши машины... Все хотел, желания у вас. Да. Прям золотую рыбку надо прописать. Я хочу. В отношении пришлите, пожалуйста, мне с мигалками машины сопроводить мои КАМАЗы. Я бы тоже очень хотел. А милицию слабо нанять? Константин, она у Белозерова не появилась? Они сейчас были. Смысл, мне надо. Вот ты пишешь, мне дали. Я на этом не хочу. Сотрудники ГАИ приезжают? ДПС были, но вас-то не было. Ну, правильно. Нас... Они ждали, пока вы попросите у собственников, у Орла Андрея Викторовича. А у, сотрудники ГИБДД у нас не являются сотрудниками полиции? Что он значит, должен у меня попросить? Цитирую. А то, что, с документами скрылся, что ли? Не, он стоит. Честный сотрудник полиции. Честный, честный. Зотова, вон отсюда. Как вы установили, то, что они собственники Зотова, автомобилей? Как вы узнали? Отсюда. Ну, вот, значит, вон. Я хочу разбираться. Да. Вообще, не хочу. Я позвоню, и вам скажут, что нужно делать. Поэтому... Ну, понятно. Ну, да. Сейчас вот приедут сотрудники. Ну, вот они уже... Конечно. Хватит команды. Так вы к начальнику сами зайдите. Я спрашиваю. Полиция командовать. У него есть свой непосредственный... Мне кажется, у вас времени было прям вот очень много для общения. Очень много, действительно. Мы соскучились, мы да, вас ждали, конечно, да. Вы приедете. А, ну, я у вас тут... Когда приедет сотрудник полиции, сейчас, который лайкнул... Документы сейчас. Я еще раз говорю. Ворованные документы, трубы, документы сейчас будут показывать. Опять, наверное... Нормально вот этот дом строит? Да. Лучше пойдете в машину, чтобы, ну так, чтобы... Можно здесь открыть? Не надо туда ходить. Я у себя в машине перепишу данные. Для чего? Чтобы были данные того, кто... Это не ваше дело. Нет, а значит, причина... Полиция знает, что делает. Слово Зотовый закон. Полиция знает, что делает. Не командуйте полицией. Машина Кесси преграждает въезд этому КАМАЗу на нашу стройку. В данном случае водитель этой машины не нарушает ни одного пункта правил дорожного движения. Там причинно-следственная связь, она вот непосредственно эту машину. Чтобы заехать безаварийно, мы просим водителя Лазовского Владимира Александровича
эту машину убрать. Если нарушение законодательства. Требовать будете вы. Потому что вы. Так, Зотова, уходите отсюда. Зотова, уходите отсюда. Надоела ваша болтовня. Надоела машина мешает. Лампасы, не погоны. Настаиваю, чтобы наша машина. Наша машина мешает. Он куда не проехал. Мы там стоим, что вы дорогу перекрыли? Документы, Объезжайте, объезжайте. В объезд, в объезд. Я хочу, чтобы машину убрали вот эту. Товарищ Ташнер, давайте проверьте документы у водителя. Вот я стою вот здесь, почему я даже не могу выпиться два раза своего? Законные требования Зотовой. Сейчас уедет машина на стройку, вы проедете. А где водитель? Вот стоит. А что вы стали? Помеха в машину видите? Ну что, вы ночью приезжаете, я что, я сегодня... Вы машину видите? Вот. Ну и сдавай назад тогда, что ты стоишь здесь, что ты нас держишь? Мы должны быть проверить, я никого не держим. Мне надо давай назад, проехать. Назад ты можешь дать, у нас тут вон уже куча машин, давай назад машину. Дай проехать. Давай. Ты мне не учи меня брать, машину Зотова, назад подавай. Значит, машина войдет на стройку. Зотова, никакая машина на стройку не пойдет. Машина пойдет задним ходом туда. Никакой. Что значит нет, я что вас тут до вечера ждать буду? Сдавайте назад, давайте. Значит, требование будет предъявлять ДПС, но не вы. Слушайте, я здесь не собираюсь стоять. Не стойте, объезжайте. Слышь, давай, я вообще не хочу разговаривать. Не стойте, объезжайте. Я не начальник, есть начальник. Причем есть начальник? Вот там начальник, мне документы забыли. Правила дорожного движения есть. Выше, назад сдавайте, что вы стали здесь? Деньги, мотайте отсюда. Какие деньги? Приехали, все заплатили. Я приехал в стройку, у меня не Какая стройка, уезжай. Вы что, пойдите, что колеса спустили здесь, что ли, я не пойму. Уезжай отсюда. Тебе заплатят за въезд, за что? Зотова богатая. Я тоже Зотов, ну я тоже здесь не при одном качестве стоишь. А что вы нас держите-то, я не пойму. Я никому не надо, идите, пусть едет назад, вот сдает назад, есть возможность сдать. Да конечно, да ты мной тут не командуй, блин. Не командуй. Это ты мной не командуй здесь. Я вами не командую. Я с водителем разговариваю, вы водитель. Вы кричите. Он мешает проезду. Назад, давай. Ну что, там сотрешься. Кость, снег помой, не позорьтесь, снег помой, пожалуйста. Не переживай. Кость, не позорьтесь. Вы перепутали дорогу. Ипотируйте. Опустите, все, опустите. Жечь, что хотите, лети, что отменяйте. Машину назад сдавай, я хочу проехать, блин. Пройди, и что, я вы тут что хотите свои стройки делать? Вы не начальники, что я могу? Назад сдавайте. Есть начальники, вот пусть решают. Какой начальник, блин? Жечь, вот наши, я не знаю. Да мне насрать на своего начальника, блин. Городской поликлинике не может проехать скорая помощь. Убирайте машину. Убирайте, можно выехать. Да мы со двора, я не могу выехать. Убирайте машину, проезд. Пусть тебя тащат отсюда, блин. Ты что заезжаешь во двор на грузовике, блин? А я выезжаю, блин. Вот там еще заблохи стоит. Давай назад, давай, дальше разберем. Вы на меня орете, я кто здесь? Это не ДПС, это не ДПС. Давай назад, давай дальше разберемся. Давай на прицеп тебя тогда тащи, блядь. Давайте. Давайте назад до той машины. Что ты делаешь? Блин, вот, что делаешь? А ты что делаешь? Что ты здесь стоишь? Рисую, ты сказал, прокалывай колеса тебе. Это аэрография. Аэрография. Нету шила какого-нибудь. Запиши на меня заявление. Шила нет какого-нибудь. Запиши на меня заявление. Нет. Зотова. Берешь красный крыс. Убирайте машину. Мел. Аэрография. Это чужое имущество. Я его не поставил. А вы руку берите. Надо на чужом груше. Берите. Вы руки берите. Вы ко мне обращаетесь? Да, а чужого. А что вы принимаете все? Хорошо. Вы от чужого имущества. А почему вы нас не защищаете? Я хочу. Я здесь могу свободно. Вот я выехать хочу. Почему вы на порядок не наводите? Наводим. Наводим. Нет, вы не наводите. Сейчас ГИБДД приедет. А предъявите законные требования этому водителю убрать машину. Он же вам документы не показал. Предъявите законные требования. Трубы в машине. А какой чужой? А вы трубы проверили? Трубы воровали? Это мой сейчас нарушением в жилой зоне. Мы КамАЗ. А вы должны как представители власти принять меры. Примите меры. Примите меры. Сотрудник полиции. Он вообще находится у себя во дворе. КамАЗе рисуют.
А этот же говорит, будьте добры. Я тебя сюда не запустим. Вы стали на машине. Привлекли тебя. Давай назад. Ага. Это не порт, а зачем вы видите воочию? Это нарушение общественного порядка. Это нарушение общественного порядка. Я сейчас пойду тут рядом, врач. Это нарушение общественного порядка. Да что вы говорите? Какой общественный порядок? Никакой это не нарушение. Зотова, вон отсюда! Зотова, вон отсюда! Зотова, уходите отсюда! Уходите отсюда! Надо. Уходите отсюда, Зотова! Уходите отсюда! Жильцы! Надо жильцы! Дайте проехать! Да, возьму сейчас бумажку, вон, нет проблем, нету. Убирайте машину! Уходите отсюда! Уходите отсюда! Конечно, вообще, потому что она считает, что здесь написано «Зотова не очкастая крыса», может быть, она считает, что «не» написано неправомерно. Вы оскорбляете в присутствии полиции. Кого я оскорбляю? Зотова, уходите вон! Уходите вон отсюда! Зотова, уходите отсюда вон! Уходите отсюда вон! Бандиты! Освободите проезд! Зотова, вон отсюда! Незаконные требования Зотовой! Надо привлечь полицейских за неподчинение закону. Зотова, вон отсюда! Я не снимаю данные. Я сказал еще раз, не надо снимать. Я не снимаю данные, я снимаю ваши действия. Объект должны разбираться. Он должен, значит, заказать независимую экспертизу, оценить свою порчу имущества. Вы уверены? Да. Потом... А вы знаете, что мы должны ее задержать в случае порчи имущества? Это не порча имущества. Это не порча. Ну, а хозяину покажут, что порча. Задержите. А что это? Мы написали, знаем по Вашей. А что знаю. Ваши машины. Я отошла, не знаю. Все хорошо. Я в ваших машинах трогаю. Арестуйте меня. Трогаю ваши машины. Да, а это вы не вы нарисовали на моей машине? Я пару раз не могу. Вы испортите. Вам на машине нарисуют мелом. Это будет не порча? Не будет порча. Не будет порча. Спасибо, не скажу. Не будет причины. Да, это же не гвоздем нацарапано. А почему вы эти... Это же не гвоздем нацарапано. Это написано. Там не до конца. Он стоит от моей тряпочкой на салфетке. Он вам повредил вашу машину? Скажите, пожалуйста, они же нам раздолбили сейчас асфальт новый. Лучше по чужой машине. Не надо, все. Это свобода самовыражения. Это пыльца, да, у вас? Свобода самовыражения, когда вы на своей личной, там, дома напишите, или еще где-то. Что? Вы на чужом имуществе. Подождите, а что он нарушил? Что нарушил? Да. Порча чужого имущества. Это не порча чужого имущества. А что это? Порча имущества – это непоправимый ущерб свыше 2500 рублей. А это что вы сделали? А, ну и что? Это 10 копеек. На чужом, что? На чужом имуществе начертили. А грязь – это чья? А чтобы установить, что это имущество чужое, нужно установить собственника. Если жалоба от собственника, тогда вы можете отчитывать человека. А если жалоб нету? Ну, есть жалоба от собственника. Есть? Да, вот водитель, который... Он принимайте меры. Он говорит, мне не надо рисовать, пока он не оформил это в письменном виде. Ну да. Вот там, давай тряпочки стирает на спокойно. Я оформлю, просто я говорю, что вы... Просто, когда, смотрите, когда ломали тротуар ломом, никто не привлекал к ответственности за порчу чужого имущества. Вот, городского, собственно. Почему, как наш уважаемый говорит Владимир Владимирович, почему у вас двойные стандарты? Я вообще не показал. Они же сегодня долбили. А, вы вообще без стандартов? Они сегодня долбили асфальт, откололи этот кусок асфальта. Почему? А порча имущества можно показать? Ну, вы напишите заявление. А можно дописать? Сейчас. Хотите, напишите. Нет, мы готовы напишем. А вы прям кучу заявлений потом напишите, чтобы они... Мы закрываем.
Смотрите, чтобы никто не стоял сзади. Вот это Евро-3 норму у нас может быть. Евро-3 не хитро. Давай на сотку, давай на сотку. Копни ее, побыстрее. Я не могу ее подвинуть. Вот это вот. Кстати, вот так не помогает. Не мешайте водителю соблюдать законы, правила на бездомном движении. Давай сейчас Да, вы пытаетесь изнасиловать. Мозг. Дайте водителю закрыть. Вот вы прекратите все делать сексуальные домогательства к водителю. Водителю. Вот вы не делаете сексуальных домогательств. Водителю. Я тут находиться не могу. Она меня просила закрыть дверь. А теперь не дает. Ну вообще, ну это что такое? Ой, ей же сейчас плохо станет. Парни, отойдите, пусть она одна стоит. Я уже тащит, она уже пчурила. Вызовите скорую для Азотовой. МЧС, вызывайте. Она все равно не проедет. Серег, пусть она одна здесь стоит. Отходите! Дайте водителю. То есть вы тоже нарушаете, да? Вы опасность его подвергаете. Зотова! Он вас не хочет! Зотова, он вас не хочет! У него жена есть! Отстаньте от него! Вы нарушаете, да, Зотова? Зотова! Зотова, вы нарушаете! Дайте документы полиции, пусть она штраф на вас выпишет, Зотова. Зотова, не надо к нему домогаться! Зотова! Он вас не хочет! Он же уже сказал, что вас нет. Надо же лезть, как ее отталкивать. Ее надо нежно. Посмотрите, бросьте, закрыть дверь. На какое основание вы водитель мешаете закрыть дверь? Госпожа Зотова. Я не могу. Госпожа Зотова. Поэтому мы здесь не стоим. Вы не имеете права мешать водителю закрыть. А где сын-то на помощь? Где? Все на место ремонта проехать надо. Надо поехать за место ремонта. Отойдите от водителя. Не надо кататься, сохраните свою жизнь. Давайте циркачей позовем, которые оттаскивали. Давай. Людей уберите сзади. Отойдите все. Оу, люди, отходи. Не, еще рано, он еще Пушите машину! Мы поможем тебе! Если водитель с народом, народ с водителем! Пушите машину! Давай, поехали! Давай, Дроби! Молодец! Ну вот хоть к подъезду пройти теперь можно. Убегай на стройку на свою. Убегай. Водитель Porsche Cayenne оказывает помощь техническую. КамАЗу. Итак, Cayenne завел КамАЗ. Каен завел КамАЗ. Победа! Победа немецкого автопрома! Нет,
спасибо. У-ху. Давайте поблагодарим Александра. Да? Спасибо. Браво немецкому автопрому. Это все она. Александр, да, спасибо большое, брат. Да не за что. Не приезжайте. Вы только нас тут не держите долго. Я тоже приеду. Я подъеду, если что. Итак, службы экстренные нам не помогли. Ни полиция, ни ГИБДД, ни служба перемещения не приехала по запросу. Только жители своими силами завели, прикурить, дали прикурить КАМАЗу. И только жители, настаивая на том, что не место здесь этим машинам, прогнали их. Ура! Первый пошел. Приехали сотрудники ДПС, сегодня весь день КАМАЗы переграждали проезд к поликлинике, двум детским садам и школе. Мы сейчас ведем прямую трансляцию с улицы Кравченко. А жители же вызывали, да, сотрудников, да, ДПС? Да, мы уже тут с 11 часов. Они сфотографировали длинномеры, но тут лежало много и не дает нам удачиться. Уже с 11 часов водители здесь находятся. И можете другим водителям сказать на Кравченко 16 не приезжать больше. Потому что это плохой адрес для водителей грузовой техники. Для здесь как Бермуда для строительной техники. Приезжает и на весь день пропадает на Кравченко 16. Да, кто-то даже потерял вот не, тогда ключи, да, вроде бы, да, уронил, да, пожалуйста, где-то. Пожалуйста, не приезжайте, передайте своим, что здесь Кравченко 16, это табу. Гараж. Им предложили сотрудники ДПС на вертолете загружать материалы. Росавиация, может быть, одобрит им полет над улице Кравченко. Городской поликлинике. Водители уже давно хотят уехать домой. Она не отдает документы. Еще раз повторите, что, кого держат в заложниках? Двух водителей вот этих вот машин с трубами. Она не отдает им документы на трубы. Они давно хотели уехать еще днем, но она их не отпускала. Им пришлось 8 часов вот здесь вот, перегораживать отсюда дворовый проезд. Уходите. Который ведущий поликлиники. Сейчас у них взяли сотрудники ДПС их документы, и за нарушение выписывают штраф по вине Зотовой. И плюс она еще не отдает им документы на трубы, они не могут уехать. То есть она взяла их в заложники, чтобы решать какие-то свои вопросы. И вот эти с 11 часов они сначала 6 часов перегоражили проезд дворовый, теперь они вот там стоят, нарушают. И они давно хотят уехать, если вы спросите у водителей. Они не уезжают, потому что им не отдают документы. Не провоцируйте! Полиция! Он преступник! Вы зачем пенсионеру ударили? Полиция! Иди ко мне, быстро его надо! Держите его! Быстро проекты свои себе вернёт! Не трогай! Он провоцирует! Не трогай! Прочь отсюда! Прочь отсюда! Не трогайте, она специально это делает. Не трогай! Молодцы! Давай! Напал представитель застройщика на пенсионера. Кристин, а вы видели, как напал представитель застройщика на пенсионера? Да, я видела. Прям в челюсть ему ударил. Да. Ужасно, это вообще ужасно. На самом деле, Даня, он, в принципе, всегда такой выдержанный. Но что-то с ним произошло, и он ударил нашего пенсионера ни за что. Я даже не поняла вообще причину.
вот этого эпизода, но вообще это ужасно. А на вас почему нападала Валентина Зотова? Вот она так и сделала, вот поскользнулась здесь на льду. Упала, да. Я не поняла, что произошло, на самом деле, да, она упала, но я пошла, я хотела узнать, как Леонид себя чувствует, и поэтому я пошла за ней. Кстати, жители просят, чтобы мы выбрали женщину из машины, потому что мы боимся, что она попытается вас заинтересовать материально. Мы знаем, как они получили разрешение на строительство. Пусть она выйдет. Или пусть на строительную площадку идут. Пусть она выйдет. Пусть она выйдет. А можно, вот здесь проблема, это еще одна. А здесь вот... Она вызывает недоверие все время. Как, скажите, фамилию этого Дани? Почему он нападает на наших людей? Да, почему да он Зотова напала на наших людей? Скажите фамилию, дайте нам, я буду писать на него заявление. Дайте нам, объяснения, бланки. Мы 30 штук, мы сейчас все напишем. Дайте нам бланки, мы будем писать. Не, ну это вообще уже человеку 75 лет. 75 человек. Лет человеку, бессовестная. Дайте мы тоже напишем заявление. Так что пусть она не распускает. Дайте нам бланки. ДПС вообще не по этой части. Фамилию нужно его. Нет, а вообще ДПС у нас? Да почему? У нас же должна полиция давать бланки. А почему вы преступников себе? Ну хорошо, а что они там делают? А можно мне тоже? Они греются там. А вы почему преступников пригрели? Пусть они идут к себе на стройку. Вы что, на их стороне? Они избивают пенсионеров, а вы их пригрели здесь? Можете посмотреть на этого человека. Вот данный человек бьет. Пригрели змеи. Бьет пенсионеров. Вот этот гражданин. Сначала они отобрали детскую спортивную площадку у детей, а теперь решили переключиться и на пенсионеров. Когда я сказала о том, что они 5 месяцев не могут начать стройку, Даня мне сказал, не переживай, да профсоюзно еще есть время. Сначала не поняла, о чем он говорил. Он говорил о профсоюзно 128, где начали избивать защитников через 8 месяцев. То есть он и таким образом угрожает. Потом он ударил по лицу нашего пенсионера Леонида. Зотова толкнула Кристину. Мы, в общем, в шоке вообще от таких действий. То есть показывают истинное лицо. Хотя мы не удивлены, честно говоря. Это понятно, уже всем давно было, что это за учителя. А получается, у них уже кончаются деньги, то, что не могут нанять уже бандитов и уже сами переходят с действием, да? Либо они боятся уже это делать, но вот они использовали все способы. Теперь уже начали кидаться на людей сами. Его штрампунг, видео нам. И сейчас мы запишем на диск. А можете задержать данного гражданина, который ударил пенсионера? А, уже? Нам видео надо. Есть видео. Максим, видео есть. Это вы видели, да? Да, это я. Вот женщина видела. А где давай? А вот сейчас в прямом эфире, что можете сказать? Что вы видели вот про сотрудников ГИБДД? Они сидели в машине. Что можете сказать? Гаишники из Зотова и вот этот Даниил. И потом уже, когда выходить, она ей... он ей дал, и она дала этому. Потом этот сразу выбежал и начал: что вы клевещете, обыщите меня. Сиденье. Под сиденье спрятал. И потом уехали быстренько. Испугались, обосрались. Мы видим то, что... Видим. Вот видим, второй тоже КамАЗ уезжает. Наташкин муж за ним решил поехать? Да. Сейчас проедет. Он не за ним решил проехать? Не знаю. Глеб, что можешь прокомментировать? Ура! Наконец-то! Жители сегодня победили? Да! Правда на нашей стороне. Что у нас замутненное, это совершенно четко.